There's a shine on all the streets and love is on all time I feel. But baby, you feel nothing when you're real. And I might just say that saddle up the silver city. Сумасшедший график казанского «Зенита» продолжается. До конца января команде предстоит сыграть аж 4 матча, ближайший из которых состоится 21 января в Черногории. Ранним утром за сутки до встречи подопечные Владимира Алекна отправились в Будву на матч 5-го тура Европейской лиги чемпионов. Перелет по маршруту Казань-Москва-Тиват и 40-километровый переезд на автобусе занял у зенитовцев порядка 10 часов. Черногория же встретила казанцев прекрасной погодой, ярким солнцем и температурой около 12 градусов. Будва – красочный город на берегу Адриатического побережья, основанный аж 2500 лет назад и является одним из самых древних на берегу Адриатического моря. Город и его окрестности образуют Будванскую ривьеру, которая является крупнейшим туристическим центром Черногории. Летом Будва с ее знаменитыми песчаными пляжами, неповторимой средневековой архитектурой и ночными клубами переживает пик туристического наплыва. Поэтому именно туристы являются основным источником доходов для местного населения. К слову, в городе проживает всего лишь порядка 13 тысяч человек. Будва расположена примерно в 70 километрах от столицы Черногории Подгорице и вписана в уникальный ландшафт. С одной стороны, город окружают величественные горы, ну а с другой находится бескрайнее множество пляжей с выходом к лазурной Адриатике. Волейбольный клуб «Будванская ривьера» вот уже 7 лет подряд выигрывает национальное первенство Черногории. А вот в Лиге чемпионов лучшим достижением команды является выход в раунд 12. Правда, в этом сезоне у черногорцев остаются лишь призрачные шансы на выход из группы. В активе коллектива всего лишь одно набранное очко в 4 матчах. К тому же, после Нового года у чемпиона Черногории, по слухам, возникли некоторые проблемы с финансированием, которые сам клуб, правда, опровергает. Лидером же команды является россиянин Богдан Алифир, набравший 47 очков в 4 матчах. Но в этот вечер хозяев на тренировке мы не увидели. Главный тренер Будвы, олимпийский чемпион Слободан Бошкан, решил провести свою тренировку чуть раньше зенитовцев. Ну, всегда надо настраиваться на 100% против таких команд, когда знаешь, что они слабее тебя, потому что они дома могут всегда сделать какое-то чудо, и если не оценил какого-то соперника, может получиться такая партия, как в Австрии. Поэтому надо с первого мяча настраиваться и ходить, биться и показывать уровень. Что касается действующего чемпиона турнира, то в Будву прилетели 12 волейболистов казанского «Зенита». Тренерский штаб предоставил отдых Максиму Михайлову, Алексею Спиридонову и Алексею Вербову. Его на позиции либера, как и всегда в международных матчах, призван заменить Теодор Салпаров. Свой последний матч на клубном уровне Тео провел аж 16 декабря в Турции против «Халкбанка». Посмотрим завтра на игру, готов я или нет, но сейчас в нормальной форме нахожусь, потому что играю за сборную Болгарии на отборочных, так что я себя чувствую нормально. Сейчас зенитовцы находятся не только в хорошем настроении, но и в отличной форме. В Лиге чемпионов казанцы одержали 4 победы в 3 матчах, тем самым практически гарантировав себе первую строчку в группе под литерой «Д». Да и в чемпионате страны «Зенит» продолжает лидировать, постепенно увеличивая отрыв от своих преследователей. Всего же победная серия на данный момент насчитывает 12 матчей, и хочется верить, что в Черногории она не прервется. За счет коллектива и за счет таких игроков, которые в начале сезона «Зенит» подбрал, ну, практически стали тот состав с прошлого года. Игроки сыграли между собой, так что у «Зенит» будет выиграть, и так будет до конца.
Встреча 5-го тура Лиги Чемпионов между Будванской Ривьерой и Зенитом состоится 21 января в 20 часов 20 минут по московскому времени. Поболеть за казанцев смогут абсолютно все болельщики, включив прямую трансляцию на общедоступном канале Матч ТВ или же на интернет-портале Лаола ТВ.